Маладое прадпрыемства «Тураўскі малочны камбінат» усяго за 3 гады свайго існавання дасягнула значных вынікаў. Сёння тут выпускаюць такія віды сыроў, як мацарэла, рыкота, маскарпона і іншыя. Усе тэхналогіі вытворчасці адпавядаюць еўрапейскім стандартам. На камбінаце практычна поўная автоматызацыя, кроме аддзельных узлов упаковкі. А так в цэлым все падаецца на транспартёрных лентах з помощью дробаправодаў, насосаў. Ручной труд минимизирован максимально. Таких заводов автоматизированных по производству моцареллы, сыров, пасты, филаты, их не так много, мы одни из них. Першапачаткова, калі прадпрыемства пачало сваю дзейнасць 3 гады таму, тут перапрацоўвалі каля 30 тонн малака за суткі. Сёння ўжо больш за 200 тонн. Такі рост абумоўлены некалькімі прычынамі. Першачарговая – папулярнасць прадукцыі Тураўскага малочнага камбіната на знешніх рынках. Сярод гандлёвых партнёраў – Расія і Казахстан. Зараз распрацоўваецца контракт з Азербайджанам. Прадукцию комбината у хуткім часе смогут поспробовать и жыхары Объединенных Арабских Эмиратов. Улічваючы такий попыт на внешних рынках, особливая увага на предприемстве контролю за якостью сыровины. Постоянно укладываются сродки у модернизацию лаборатории. До того ж, специалисты проверяют сыровину и на фермах, яшчэ до поступления на Тураўскі молочный комбинат. Наши специалисты выезжают непосредственно сельхозпредприятия, работают на ферме вместе с ветврачами и зооинженерами. Поэтому прежде чем молоко зайдет на завод, мы качество знаем уже непосредственно на производстве. Поэтому вот такие результаты, то есть высококачественное молоко. У нас премиальные сыры, и мы не можем себе позволить брать плохое сырье. У красавіку гэтага года на прадпрыемстве реализовали амаль 800 тонн сыру, и попыт на продукцию протягивая расти. Дарэчы, на рахунку прадпрыемства сёння уже немало узнагород, сярод яких бренд года у Беларуси и лепшие айчынные товары на рынку Российской Федерации. 2015 год был для нас очень успешным, потому что в 2015 году мы выпустили очень много новых видов продукции. Мы расширили линейку сыров рикота, рикотина с наполнителями, со вкусами. Мы выпустили новый замечательный крем из сливок, крем-чиз, который тоже вышел уже в линейку вкусов и ароматов. У гэтым годзе плануецца запуск другой магутнасці Тураўскага малочнага камбіната, а ў перспектыве выхад на 400 тонн перапрацоўкі малака за суткі. Дмітрий Котаў, Сергей Лукашук, телерадыёкампанія Гомель з Тураўскага.